виноград раннего срока созревания под названием ананасный ранний. Это сорт сильнорослый, устойчивый к морозам. Морозостойкость его доходит до минус 30 градусов. Грозди у ананасного раннего не крупные, 300-400 грамм. Ягода среднего размера 3-4 грамма. За что я люблю этот сорт, это за вкус. Назвали его ананасным неспроста. Этот сорт имеет в послевкусии действительно вкус ананаса. Грозди достаточно рыхлые, с крылом, как правило. Красивые, нарядные. Окраска ягод янтарная при полном созревании. На один побег тянет до 3-4 гроздей. Назначение этого винограда универсальное. Можно потреблять как в свежем виде, так и использовать для переработки на вино, либо сок. Но мы ни разу не пускали этот сорт на вино, потому что съедается в свежем виде. Сорт очень вкусный. Посмотрите на ягодки сорта ананасный ранний. Обратите внимание, есть сорт просто ананасный, а это именно так и называется – ананасный ранний. Вот такого размера у него ягодки. Округло-овальная форма, какие-то чисто кругленькие, какие-то больше овальные. Мякоть у данного сорта достаточно сочная. Кожица с хрустом. Не отделяется мешочком. Хорошо сцеплена мякоть со шкуркой. Приятная для свежего потребления. Сахар высокий. Как я говорила, вкус, привкус есть именно ананаса. Кислинка есть. Она заметная. Она очень пикантная и добавляет прелести данному сорту. Ну а сахар очень высокий. Ананасный ранний. Вот такой замечательный сорт универсального назначения.